have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и сегодня мы будем выживать среди зомбей. Блин, такая долгая перезарядка. Как ты... Чувак, как ты умер? Что произошло? Просто взял, пошел туда такой, и все. Я вниз. В смысле меня убили? Как? Иди... Вот почему я, когда на таком расстоянии от человека был, то я его не бил. А тут чувак такой, за 3 километра от меня такой, хопа, и ударил меня. Это нечестно. До свидания. Не умер. Ну, воскрешайся. Да, сейчас. Секунду. Блин. Жаль. Зато хорошо. Мне не жаль. Я пообедал. Позавтракал. По ночному посолку. Быстрый зомбень. Давай зайдем за быстрого зомбеня. В самом деле у людей очень мало хпшки. То есть те, которые тогда играли, они, видимо, довольно хорошо держались очень долго, потому что... Блин, я тоже хочу турель ставить. А, минутку, нужно подбирать эти... Нужно детальки подбирать, чтобы турели ставить? Да. Там я есть понял. Такие крафт-машинки, где тебе говорят, что там 5 деталек щит, 10 деталек, что-то там еще, 15 деталек турели на плечо. В смысле, меня подсчетали? Ну, турель... Ну, потому что за собачку играешь. А если взять... Вот, огненно мне пока очень сильно нравится. А мне больше ледяной, и лосо, и собачка, и все зомби вообще хорошие. Да отстань от меня, что я тебе сделаю, мелкий людишка? Он вон там. Коты сильнее, чем люди. Да ну блин, я его из-за дверного косяка не видел, ну что за фигня? Я ему 45 урона нанес, между прочим. У нас снизу парень есть. И я в него стреляю. Опа, зомби можно играть от первого лица. А вот это интересно. Там две турели, он там заперся. Ха-ха-ха, попал. Я ему нанес фаербол, он всего лишь 15 хп. Что это такое? Фаербол, да, он 15 хп наносит, но... Ты стреляешь, ты зомби, который стреляет, ничего так? Это же огненный зомби. Ну так, по-моему, зомби, которых стреляют, других-то и нету. Есть ледяной зомби, есть лосой зомби, они тоже стреляют. Саб-Зиро. По-моему, ледяной зомби не наносит урона, и по-моему... Наносит еще как. Да. В смысле меня видят турельки? Я же не... Почему? Я же по нему попадал. Или мне кажется, что я по нему попадал. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я считаю нечестно, то, что невидимого зомби видят турельки. Нет, у турелек как раз датчики, это все верно, то что они тебя видят. Ну, наплечные турели, которые самодельные. Ну, давай за собачку поиграем. Ха-ха-ха, я чувака убил. Да, ты убил чувака. Вот, зомби, короче, этим призрачным зомби подошел, он меня не заметил. Мне не нравится то, что собачку ваншотят. Зато она быстрая, ну как бы иначе бы баланса не было. И вообще этот парень просто взял два щита, две турели и наплечные турельки еще сделал. Что это такое? Значит, у него много деталей. Может поиграть за ледяного зомби, за Саб-Зиро. Я вижу чувака. Вижу цель, иду к цели. Чувак говорит, как в это играть? Ну, как бы, берешь.
и играешь. Как заговорить с девушкой? Подходишь к любой девушке и нажимаешь кнопку «И». Так. А зачем я столько в обход пру? Зачем я стреляю в его щит? Стоп, это щит нельзя пробить. Это нечестно. Это уже реально нечестно. Турелька тупая, блин! Давай за Сабзирыч сходим. Какого фига нельзя пробить щит? Я считаю это безбалансово. Ну, щит для чего-то же существует. Но зомби его должны уметь пробить. Фу, я что-то не уверен. Фишка-то зомби в том, что их много. Да. Наверное, только босс зомби может пробить. Может, в этом заключается смысл? Блин, почему я не могу видеть свою собственную жизнь? Да ёперес это, оно тут заперлось, и ему ничего не сделаешь. Давай-ка я этим огненным зомби пойду, потому что он, по крайней мере, поджигает. Блин, я не туда спрыгнул. Один человек остался. Зомби, то есть человек. Погоди, 4 зомби на карте, где все остальные? Вышли, наверное. Не знаю. Ты в курсе, ты, что тут парень внизу? Я знаю. С балансовыми турелями, которые нельзя пробить, которые еще в щите, которых еще нельзя пробить. Поэтому я и взял стрелка. Я уже 2 раза до него доходил. 1 раз невидимкой доходил, 1 раз с обзирочем доходил. Проблема в том, что у нас только 4. Я почти притянул его. Я почти притянул этого человечку. Может побыть бумером зомби? Не знаю, не знаю. Побумкать. Блин, я только высовываюсь. Интересно, они меня так достают или нет? Ты невидимка? Нет. Да засунься! А, блин, все, меня убили. Я попытаюсь подойти поближе к этому щиту и активирую кимикадзе. И как, пойду к нему? Да, блин, ну теперь я даже не знаю, чем его убивать. Согласись, дисбалансово, да? Нет, не дисбалансово, но, блин, я думал, ну, типа, нас зомби должно было быть там человек 8-9. Вот в чем прикол. Против 8-9, да, это хорошая оборона. Против 4, ну, так себе. Бум! В смысле? Так, хорошо. Посмотрим, что мы можем сделать. Хотя на самом деле я не уверен, что мы что-то сможем сделать. Он спрятался, его нету нигде. Ну, понятно... О, блин, уже 6 зомби. Понятно, что он спрятался, потому что осталось-то 5 секунд, он, по сути, выжил. Мне не нравится баланс человека. Ладно. Оу, мы увидели зато анимацию спасения. Хуманы победили! Так, ну я даже не знаю, у нас, ну, как бы у меня 845. Survive until extraction arrives. Почему я зомби? Почему? А, ну, рандомным образом. Я даже знаю, как к вам попасть, чтобы меня обчистить. Интересно, тут есть урон от падения или нет? Для зомби, наверное, нет. Да! О, есть! Офигеть, тут можно просто упасть и разбиться. Ауч. Блин, ну это не... О, и все, и 3 человека осталось. А я пойду вниз за человеком, который сейчас захочет поставить кучу турелей и щит. Потому что это дисбаланс, особенно щиты.
Да, такой щит. Я вижу тебя, мелкий человек. А ну иди сюда, я не дам тебе опять Да! Да блин, что меня било-то? Ну, кроме тебя, а, меня я еще. Я думал, это другой человек, потому что увидел, как кто-то такой зашел в канализацию. Это я был. Серьезно? Ну там в канализации. О, что со мной? Что? А, просто зомби победили. Ха, это было быстро. Это было очень быстро. На самом деле, я не знаю, урон от падения человеком быть офигеть как сложно, потому что у тебя, ты падаешь, и у тебя сразу пол жизни нету. Сильно высоко упал, тебя сразу убьет на месте. Наступил в кислоту, урон. Получил это, урон. Ходишь медленно. Прям. Хм. Так, хорошо. О, зато я человек. Я человек. Good luck. Человек. Так, я сейчас попытаюсь просто не дать кому-то сделать перемене этого, чем я. Сбито я бегаю. А быстрее. Почему у меня жизни уходят? Я не знаю. За мной летучая мышь гналась. Круто. А, наверху оставаться, наверху я. Нельзя оставаться на улице. Нужно быть или... Отстань, летучая мышь. Нужно быть или в подвале, или в здании. Все, я понял. Нельзя наступать на ядовитые лужи. Нельзя кучу всего. Надо взять эту аптечку. Так, я взял аптечку. Кто активировал XDO Damage? О, интересное кино. Это моя шестеренка была. А, так. Это ты? Тьфу ты. А! Я хочу, смотри, нужно нам купить два щита, понял? Ты покупаешь тут, один, тут я маг! Покупаю один. Подземелье маг! Где ты? Это все это время был не NPC, в подземелье есть маг, который нас убивает. Я убил его. За тебя. А, это всего лишь летучая мышь. Я напугался уже. Блин, это была моя аптечка. О. Вот тут аптечка есть. Вижу. Значит. Спасибо. Слушай, Серёнка, я сейчас куплю щит. Зомби бежит. Почему я не могу взять аптечку? Сзади! Летучая мышь! Бац! Бац! Убил! Бац! Бац! Возьми шестеренку. Блин, мне нужна эта аптечка. Почему я не могу ее взять? Щит. А, могу. А! Мышь! 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 Кыш! 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 Ты что, поставил дурель? Нет, я поставил щит, который нас будет защищать. Угу. Хилка нужна. Собака! Две. Одна в обход побежала. Тут мышь. Да. Тут сейчас собака заходи будет. Заходи в щит. А мы из него можем? Да, мы из него можем стрелять. А нет, она мне. Они не стреляют, они бегут. Шестеренки, я возьму эти шестеренки. Мне нужны. Нужен второй щит. Собирай шестерни. Угу. Там собачка заедет. Вот шестеренка, иди сюда. Вот. Угу. О, огненный! Заходи в щит, он не может тут нас атаковать. Собака! Много собак! Ай, что это со мной? Там еще один маг. Иди. Иди, возьми. Там еще один маг. Ай, у меня управление перепуталось. Так, одного мага я убил. Кстати. Маг стреляет не очень сильно. Летучая мышка. Бац. Бац.
Блин. Летучие мыши. Ладно, ты пока на летучие мыши охотишься. Я пока не перезаряжаюсь, но блин, у меня мало хпшки. Так. За тебя хпшка прям. Бери. Бери, не хочу. Взял. Молодец. Где маг? Я его убил уже битый. Щиты это хорошая вещь, удобно. Убил? Ага, вот маг. Но я убил первого мага. Летучая мышка. Крышка. Летучая крышка. Вон, так, хпшку бери. У нас есть два зомби и... Я подберу шестеренки, которые тут. Попытаюсь накопить на турель. Но давай. Всего лишь 10 шестеренок. У нас там щиты, следи пока. Что меня убило? Что, блин? Ах ты ж, ёперес, это невидимый зомби! Я думаю, что меня бьет? Я тебя вижу, а ну иди сюда, тварь. Почему он меня бьет через 100 метров? Что это такое? Ага, здравствуйте. Как он меня убил? Все, я стоял далеко выиграли. От него. Что это такое? Это нечестно. Ладно, по крайней мере, это было интересно. Что это такое? Как ты меня убил? Ладно, ребятушки. На этом, наверное, сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.